В общем, сегодня опять забыл бензин и хомуты забыл. В общем, смотрите, сделал такой мини-бак. Так, ладно, сейчас запускаем на свежем масле. Так, нейтралочка. Кстати, давление хорошее. На том масле меньше было. 4 показывает. Это хорошо. Так, смотрите, что получается. Вот сейчас вот на холодную завел. После замены масла показывает 4 на холодную. До этого было где-то 2-3. Значит, вязкость хорошая. Также, что заметил, движок стал чище, потише как-то работать, как-то мягче. И, кстати, работает бензопровод, который идет под машиной. Вот видите, я отсюда завел. Получается, это магистраль рабочая. Так, ну с маслом я разобрался. Также у меня сегодня желание поставить новые колодки. Новые колодки охота поставить. И поставить назад замок, потому что сзади замка нет. В общем, такая проблема. Хотел поставить замок, все установил, все правильно, все одел. Он подошел, все затянул. В итоге что? Пробую откручивать. Кручу его, и вот этот сам язычок, в общем, не достает. В общем, сам язычок не достает замка, который щелкает вот так вот. В итоге его показ снял. Открывается вот так вот. Вот, в общем, вот эта штучка не достает. Буквально сантиметра не хватает. В общем, ладно, с этим замком. В другой раз разберусь. Сейчас попробую поменять колодки. Так, вот, снимаю шплинты. Так, вот старые колодки, надеюсь, новые подойдут. Так, вроде размер одинаковый. Вот такая вот толщина, разница. Так, сейчас попробуем поставить. Так, вот вторая колодка. В общем, сейчас шлифану. Ставим шпильки. В общем, все, вот новые накладки одел. В принципе,
сразу не налазили. Пришлось вот так вот сточить по бокам. Так, камера у меня села. Снимаю на телефон. Смотрите, вот так вот оделась. Да все просто и понятно. Вот шпильку вытаскиваешь, раздвигаешь поршни на суппортах, вставляешь накладки и обратно все вставляешь, как было. В общем, на сегодня все. Вот такой вот небольшой ремонт. Так сказать, поменяли масло и колодки, ну и по мелочи. Всем удачи и до следующего видео.